Выборы без нарушений. В суде Ненецкого округа прошел обучающий семинар, собравший представителей власти, принимающих участие в организации и регулировании избирательного процесса в округе. В частности, речь шла об административной и уголовной ответственности за нарушение норм федерального и окружного законодательства при выборах губернатора и депутатов, а также глав поселений. Семинар является расширенным и проводится впервые. Он собрал представителей всех правовых структур, ответственных за ведение выборов в Ненецком округе. Чтобы у нас у всех было общее понимание того, что на сегодняшний день происходит. В первую очередь, это изменение законодательства. Во-вторых, все те шаги, которые предпринимают избирательные комиссии, правоохранительные органы, чтобы они все были согласованы, чтобы было самое главное общее понимание, то, куда мы идем и, собственно, к чему мы должны прийти.